Дорогие друзья, дорогие слушатели, это слово сегодня. Буду читать из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». Да, такое замечательное слово. Интересно, Иоанн в 1 главе, вот и 12 стих 1 главы, он не расскажет, как родился Христос в яслях Марии, как там все это было, как они бежали в Египет. Об этом он не пишет. А он прямо начинает от того, что слово стало плотью. То есть Иисус стал плотью. И это было так сильно. И тут же уже 12 стихом он говорит о тем, которые приняли Его. Верующим Его имя Он дал власть быть чадами Божьими. Власть – такое сильное слово. И, не знаю, иногда его переводят как право быть детьми Божьими. Но я прочитал все подлинники и везде как бы власть. Власть – это что-то особенное. Ты имеешь власть, приказывать. Я думаю, здесь идет речь именно о силах, силах враждебных, силах дьявольских, когда мы можем говорить с властью, и силы нас будут покидать. Но интересно, вот хочется сюда прочитать еще место из Писания, из Откровения, 5 глава, 5 по 9 стих. Это уже после того, как Христос прожил жизнь, и там сказано нечто сильное о Его силе. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на землю. Он пришел, взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу из всякого колена, языка и народа Его, и племени». Да, вот такое сильное слово. Кстати, оно как-то написано здесь, о нем нету больших объяснений, да? Но вот есть книга, книга там на небесах, так сказать, вот, но никто не смеет открыть эту книгу, только один, только Иисус. Он может открыть ее, Он может распечатать ее, снять все печати, и, так сказать, Он достоин. И вот это об Иисусе, да, который родился младенцем, да, который был в этом Вифлееме среди вот этих животных, в этом сарае, так сказать, да, это тот ребенок, против которого сразу же Ирод, так сказать, бросился искать его где-то, так сказать, и в конце концов поубивали детей в этом Вифлееме. К счастью, Иисус, так сказать, мог уйти раньше, потому что Бог его вел. Но вот он имел власть открыть эти печати. И мы знаем сегодня, что Иисус родился не только для того, чтобы родиться, умереть и спасти всех людей, но чтобы и жить в нас. Апостол Павел Колоссянам говорит в 1 главе 27 стихом, «Христос в нас упование силы». То есть Он в нас, который может в нас жить. Христос упование славы. Да, это настолько важно. Если Он в нас живет, и в Нем эта власть, о которой вот здесь сказано, которой ни у кого не было. Ни у кого не было силы, могущества открыть эту книгу только Иисуса. И Он живет в нас. То мы понимаем тогда эти слова из первой главы Евангелия Иоанна, где он говорит, тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Чады Божьи, дети Божьи, это те, которые имеют силу Божию, которые не просто говорят, что вот они верующие, но они имеют эту силу. Они имеют силу прощать. В силе прощения есть великая сила. Есть люди, которые не могут простить. Они постоянно находятся в плену соперника, как это объясняет Евангелие от Матфея. То есть они не освобождены. У них появляются часто болезни. Болезни, которые связаны с непрощением. Да, они объясняют, почему они не могут простить, но сами находятся в этом вот заточении. Ведь Иисус простил всем. Те, которые распинали Его, те, которые делали, так сказать, Его учениками, с теми, которых Он любил, всяких Он всем прощает, когда они приходят к Нему. И мы должны прощать. Есть сила в том, что мы проговариваем эти слова и говорим, да, Иисус, Ты имеешь силу раскрыть вот эту книгу. Ведь мы все как книга.
Ее можно раскрыть только, когда Иисус ее раскроет. Раскроет тем, что Он, мы поверим в Него, именно вот в этого чудного, сильного Иисуса. И тогда мы начинаем жить и имеем власть быть детьми Божьими. Можем, так сказать, сами быть освобожденными от всяких-всяких вещей, которые пленяют людей, но и помогать другим освобождаться, молиться за них, говорить им вот эти истины евангельские, чтобы они были освобождены. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. О Господи, мы благодарны Тебе, что Ты дал эту власть Твоим детям, независимо, где они покаялись, как они покаялись. Но если они Тебя приняли, если они веруют в Тебя, Ты дал им власть быть детьми Божьими. Слава Тебе!